Надо ВК отключить, точно. Привет всем большим подписчикам моего маленького канала. Вам, наверное, тоже приходилось сталкиваться с ситуацией, когда ваши родители забирают у вас компьютер, не дают играть в разные игры, например, в CS GO. Да, CS GO это, конечно, жестокая игра, это противостояние спецназа и террористов. Надеюсь, вы всегда играете за спецназ при своих родителях, иначе они могут подумать о вас неладное. Итак, я расскажу вам способ, как вам начать играть в CS без проблем и вообще начать пользоваться своим компьютером. Для этого нам нужно выяснить, где ваши родители хранят резиновые изделия номер 3. Далее вам необходимо испортить резиновые изделия номер 3 с помощью иглы. Затем вам придется ждать 9 месяцев и не палиться содеянным. Примерно через 9 месяцев произойдет очень важное событие. У вас появится брат. Но это не точно. Все внимание родителям будет приковано к малышу, и вы сможете спокойно насладиться компьютером. Правда, по ночам он может орать и мешать вам катать и слышать шаги врагов. Ну а теперь прошу насладиться моим мегамонтажиком. Погнали. Заходи. Что там по времени? Ты смотришь, когда 9 часов вечера? Это Миша смотрит. Тупо все две команды лежат в одном месте. А что, вы в ММ катаете? Конечно. Почему вы называете ММ? Матчмейкинг, блин. ММ. Миша, стой, сиди здесь. Бомба как раз у тебя рядом. Я вижу, вон там. Сейчас я сниму. Савчик. Теперь членом по столу. Напросто. Как ты угадал? Я и так не встречал. Нет, это было руками. А теперь член, я говорю. Плюс 3 стал вам. 3. Сколько? Плюс 3 стал вам. А, красивое, красивое число. Планти. Да я не успею. Миша, короче, у меня компьютер грязный. Я нажимаю мой компьютер, а он. А он чистый. Стоп, стоп. За Займил. Артём, мастер петуха. Потряси камерой, покажи, какой ты бать. Артём, мастер петух. Ко-ко. Сказал? Кто умрёт? Блядь, мне пизда. Аккуратно, ГГ. Там на шариках. Не, просто они такие. Там бабу, небось, в обед все смотрят. Где площадка там сидит точно? Я здесь сижу, блядь. Я вижу, куда ты идешь. Там, где площадка эта детская, справа. Я даже вижу. Вон на лавочку присел, чувак, посмотри. Посмотри, да-да-да, там где-то. На бутылке. Где он? Куда ты ходишь? Вон он, блин. Там 24 хп. Через стену. Идет, на шарик. Я убил, второй король. Пошел ты нахер. Какой завтра день недели? Пятница. Смоукшоты. Ты снимаешь сейчас? Да. Я снимаю. Я снимаю нахуй. Там ВП есть. Нахуй бай. Красавчик, как тебя запустил. Запетушил. Тебя запустил. Блять, откуда? Ой, лол, как лагает. Лол, у меня так сейчас бомба лагает, это надо видеть. Я потом помню видео. Explosion. Аккуратно. Ну, раунд уже знали, ребята. Будет камбэк.